Всем привет! Сегодня будет обзор на третьего робота из конкурса «Лучшая постройка». Это если что, босс... Павший король из Tower Defense, я понял. Да. Уже два босса робота будет. Меч? Сейчас посмотрим. Не хватило блока. Фарин. Его, кстати, почему-то косит налево. Только я теперь не могу забраться. В спину нужно залететь. Ну ладно. О, я буду твоей птичкой маленькой. Сейчас, подожди. Побольше. Давай. А как он работает? Тоже? Он... Нет, он просто там... У него из-за того, что нету масла, он там просто это ставит... Ой, нет, нету тортика, он масло там ставит. Ну, и просто прицепляет к себе. А почему он промокод не ведет? А что-то у нас не работает промокод. У меня есть, конечно, этот... Bigfoot. Блин. Мы вот он, даже да? С твоего видео, типа, вводили. У нас что-то не получалось. А потом... А вы там, где слово Fe-Food... Вы там нули пишете или О? Нули. Нули? Да, нули. Сейчас. Стоп. А, стоп, давайте Funny King тогда посмотрим. Торчика нет. Кстати, ух, можно дать этот? Ему нужны просто эти... Ой-ой-ой. Да, без анимации не так. Когда вот с этим... Ой, то как? Вот так немножко не очень получается с маслом. Сейчас, подожди. Так, заново загрузи, сейчас я тогда запущу. Я не знаю, что с кодом, надо будет проверить на новом аккаунте. Он должен работать. Так, а меч тут не сделали? Все, я открыл. Сейчас, иду, иду. Так, тут тортик, да? Все, я готов. Расфиксируй. Так, это робот тоже на конкурс, да? Да. Отдельно или вместе? Ну, я не знаю. Вроде отдельно. Ну, типа... Ну, если отдельно, то да, там больше шансов выиграть получается два раза. Бери этот пак, смотри, нет, у меня джетпак. Так, все. Я все расфиксировал тоже. Пускайте. Ладно, сейчас к нам этот спину залезет. Так, вот он. Он может двигать своими руками. Да, Fallen King немножко забагался. Такой-то там был. Ну, а теперь он нормально двигается, типа, не повернулся. Ну да, это от точки зависит. Ну, да. Такой павший король тоже участвует в соревновании. Так, ну что у него? Мы хотели сделать... Семён хотел сделать. Меч? Но у нас блоков не хватит. Меч? Так бы, если бы было много, я бы и плащ сделал. А, блоков не хватило. Да. А денег мало я сейчас. О. Ну, если бы был меч, да, конечно, красиво было бы. Да. Ну, сейчас я его строить долго. Если я буду помогать, то будет нечестно. Ну, да. Блоков не хватает просто. Я могу купить блоки. Да. Но у него корона есть, в короне много чего, ну, красивое. Ну ладно, посмотрим. И еще он может проиграть. Павший, блин, ну че он не падает? Ча, все будет, подождите. Он не может падать. Ну, а он... если он... Да, он сейчас может упасть. Почему он не падает? Это ненормально. Да я не павший. Павший король с головы слетел. Его насквозь рейнджер пробил. Теперь в принципе, ну, можно пройти, да. Пройти. Потому что там у него ноги из стали. Да. Павший король повержен. Я просто красный ускоритель поставил. И он... Ой, пока павший. Мы можем его ноги сейчас запустить. Не надо. Он огнем дышит. Или он чего-то плохого сделал. Ща полечим. Полечили. Ну, вроде это все. А, стоп, я отходил немного. Что вы сказали? Ну, вроде все, но можно его еще протестировать, но на нем долго путь надо. Пока. И, да.